Всем доброе утро, ребят. Поехали, продолжаем, смотрим акции. Немножко решил отдохнуть, хорошо погулял. Что у нас сегодня по акциям на русском сервере? Сегодня что у нас? Понедельник. 13 понедельник, 14 базар, набор накопления. Ну, короче, русский сервер, как обычно. Карта богатства. Так и не фармлю, точно так же, как и Battle Pass. В надежде на то, что будут книги, запустил. Так, 7-дневный набор, ежедневный, рубашка и вверх. Карты квесты, алхимик. Ну, честно говоря, такое себе. На русском сервере, как обычно, ничего интересного нет. Так, все, забрали шарик у нас. У нас тоже ничего интересного. Заберу плюшки. Я думал, сегодня на русском сервере есть плюхи. Сейчас я вам покажу. На... Ничего себе. На одном из серваков есть обалденные плюшечки. Так, карты забрал. Поехали дальше. Поехали на английский сервер. Я вчера еще позадротил в колду. Жду 25 числа. 25 числа будем проходить сюжетку. Ну и, конечно же, играть в сетевуху по Call of Duty Online. Так. Смотрим. Дуэлянт. Карты просто дешевеют, но нету сегодня 1+1. Сейчас посмотрим, может и есть. Так, скины, сундуки уже по 100 продают. Не по 50, а по 100. Так, ну такой апекс камни. Мелкие наборчики ни о чем. Поехали дальше. Вот, кстати, обалденная тема для начинающих аккаунтов. 200 вархаммеров. Так, супер. Карты понятно. Понятно. Странно, что они печеньки еще так очень не продают. Вот он, ребят. Не знаю, ли будет это на русском сервере, но на английском и еще на других это есть. На русском давали пак за один самоцвет. Там 250 самов, по-моему, дали, или 300. Но здесь дали сумочки, начиная с 5, как видите, до 10, поэтому есть шанс вытащить топовые плюшки. Сейчас попробуем с вами пооткрывать по одной, что у меня там есть, потому что некоторых сумок у меня дофигища. Так, гифт-паки заходим. У меня даже сундуки откуда-то взялись. Так, третий. А, давайте зайдем на этот. Десяточку я отдал. Там будет интереснее открывать. На тестовый ак. Так, есть. Так вот, Voyager Pack называется. Забрали. Поехали, попробуем, посмотрим, что там реально можно вытащить интересного. Так, ну тут трифит и подашка с 5, в принципе, довольно-таки неплохо. Вот подашку, ну правда, 4, это ни о чем, но для бездоната и такой вариант тоже неплохо будет. Скин. Тут тоже скины на здание по Нэпее уже. Вот они такие падают. Ну, шанс для бездона довольно-таки неплохой. Так, тут эта фигня. 8 фигурой. 9 из 9. Ну, скин на фобу здесь лучше всего это. Вот так вот. Руна 10 левела таланта. Довольно-таки неплохая тема. Ну и тут, конечно же, это суперсила, если повезет.
либо вот этот герой Квинваш, который, по сути, на сегодня такой себе. Так, с учетом у меня еще заплюхи какие-то есть, что-то я качал. Сундучки, да, открывать. Надо будет сегодня, ребята, с одной гильдии скинули составы, просят, чтобы я показал бездонатный фарм, полностью все сборки, как фармить вторую, одинокое море и разлом. В общем, думаю, сегодня спишемся, попробуем это сделать. Такс. Что у нас тут по питомцам? И что открывать? Окей. Поехали на немку. Ну, глянем, что там у нас на немочке сегодня поменялось интересного. Не забегал я вчера. Даже битву гильдии не успел пройти. Проспал. Так. Ну тут, как обычно, мега топовый. Просто мега топовый. Смотрите. Попробуем Некроса собирать. 44. Можно и Вольта собрать. Ну, не по одному осколку. Ну, два осколка уже есть. Это самый обалденный сервер для бездона на сегодня. За счет количества акций, которые здесь есть. Так, что у нас тут? Бездонатный, причем акции. По ивентам. Сумочка. Хотя попробуем. Надо себя как-то заставлять. Это надо 30 минут заходить на разные аккаунты. Побашка шарит. Хатма, Побашка. Здесь, блин, вообще просто обалденнейший аккаунт. Все, только брать и качать. Не знаю, Махатма успеет всех затащить или нет. Ну, Q3 прошли, нифига себе. Вдвоем. Еще стрелок. Самое главное не давать включаться. Ой, это отлично вообще. Смотрите, что они делают, Q4. Не знаю, или дальше мы сможем зайти. Это три героя, которые обалденно забирают энергию, станет. Просто кайф. Посмотрите, что они делают. Ну все, тут Махатма один на один. Тут, наверное, времени нам не хватит. Скорее всего. Но Махатма реально хороша. Так, минута не. Нам немножко не хватит времени. Чуть-чуть. Маловато у нее, конечно, урона еще. Еще, чтобы кто-то, хоть один герой был. Ну, практически ушатали. Так, забираем отсюда плюшки. Смотрим, что здесь есть интересного. Так, понятно. Базар, больше ничего такого интересного нет. Поехали еще Тайваньку глянем и забежим на АС-сервер. Надеюсь, телефон перезарядится. Посмотрим там тоже. Так, АС у нас уже. Так, Тайвань. Ну, наборы накопления на Тайване, на трату, на роллы. Ну, здесь как обычно, здесь ничего не меняется, в принципе. Единственное, здесь самая топовая настолка, как было, так и осталось. 10к кулаков за 500 самов. В принципе, тоже неплохие предложения. Как видите, 100 яиц фиолетовых. Тоже за нормальную цену можно купить. За 2500. Это у нас по скидке 50%. А что здесь? Так, понятно, карта богатства. Ну, настолько здесь не поменялось. Можно вытащить космо. За... Один тыки также можно вытащить
Вольта. Ну, как и на остальных. Так, окей. Так, что у нас тут есть еще? О, бог Рома, честно говоря, ни о чем. Так, окей. Поехали на сервер. Что такое? Не хочет запускаться. Что-то не отображает. Все нормально, поехали, запустим Castle Clash, посмотрим, что у нас интересного на сервере сегодня есть. Так, день замка владельца, войди в игру, поделись, сокровищница, понятно все. Колесо удачи, ну давайте посмотрим, какое тут колесо удачи. Свален, Космо, Огник, Роза. Ну, нормальные такие плюхи. 150, 120, 20. Ну, это такое. Так, хрусталка. Хрусталка тоже здесь интересная. Апекс камни. Просто обалдеть. Посмотрите на последний приз. Сразу же Зефира получаете. И сразу же получаете дуэлянта. Целого причем. Так, временные акции. Временная акция на трату. Посмотрите, какая обалденная трата. Крутая реально. Тратите 8000 самов, 350 слизней, 2500, 10 рун получаете. Ну блин, неплохо. По трате, я вам скажу, за 20к реально обалденная траст. О, нифига себе. Но остальные плюхи здесь такие же точно, как и... Так, забрали один, давайте попробуем. Попробуем пооткрывать. Как видите, здесь у меня расходники просто топовые. В сравнении с другими серваками. Тут, конечно, тоже очень круто. Особенно если копить самоцветы для бездонов. Бывают наборы снабжения, бывают и вот траты, где можно реально просто круто прокачать аккаунт. Ну, посмотрите, сундуки есть. Ой, есть. Давайте заберем. Чить. Спинозадашки продать. Вот смотрите, какие плюхи у меня на этом аккаунте накопились. Ну, они копятся, я решил здесь копить, буду потом открывать. Ну, реально, здесь очень-очень круто играть для бездона. Дофигища разных бонусов, дофигища всего. И шарик еще у нас есть 2 дня. Попробовать фармануть будет потом. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.